Zechariah began writing his book around 520 BC. Захария начал писать свое пророчество примерно в 520 году до нашей эры. Haggai wrote his entire book in 520. Агей написал все свое пророчество в этом году. But Zechariah wrote for many years. А Захария писал на протяжении ряда лет. This is the longest of all the minor prophets. Это самая длинная книга из всех книг малых пророков. And the name Zechariah means Yahweh remembers. А имя Захария означает «Бог помнит». Или Иегова помнит. I mentioned that there were two Joshuas in the Old Testament. Я уже говорила о том, что в Ветхом Завете упоминаются два Иисуса. There are at least 29 different men named Zechariah in the Old Testament. А в Ветхом Завете упоминаются по меньшей мере 29 людей по имени Захария. But this one was a prophet and a priest. Но этот этот человек был пророком и священником. Nehemiah tells us that Zechariah was a priest as well as a prophet. А так говорится в книге Неемии, что он был и священником, и пророком. And Zechariah dwells on the person and work of Christ. А Захария рассматривает вопрос о личности и more than all the other minor prophets combined. А Иисуса Христа в большей степени, нежели это делают другие малые пророки. We do know that Zechariah and Haggai knew each other. Нам известно, что Захария и Агей были знакомы. And some of the book was written at exactly the same time that Haggai wrote. И определенная часть книги была написана как раз в то самое время, когда писал Агей. Specifically the first 8 chapters. А именно первые 8 глав. But then the last several chapters from 9 to 14. А но оставшаяся часть книги с 9 по 14 главы. Were perhaps written decades later. Были написаны, возможно, десятилетия спустя. We are going to try to get through the first 6 chapters. Мы с вами попытаемся разобрать сегодня первые 6 глав. In the next few minutes, and we will take a look at the messages that Zechariah gave before the temple was rebuilt. И рассмотрим те послания, которые говорит Захария, прежде чем храм был построен. The first message he gives is a call to national repentance. Первое его послание называется «Покаяние народа». Призыв к покаянию в первой главе, стихи 1-6, с 1 по 6. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову, пророку. «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, и ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говорят, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших». Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они жить вечно? Okay. Again, the second year of King Darius's reign. Итак, здесь нам опять же дана точная дата. Same второй time, год царя Haggai. Дария, писал он то же самое время, что и пророк Агей. And the warning here is to not be like their forefathers had been. И здесь дается предупреждение народу, чтобы они не уподоблялись своим отцам, своим праотцам. He is prophesying to the Jews who have come back from Babylonian captivity. Он сейчас пророчествует, адресуя свое пророчество евреям, которые вернулись из вавилонского плена. The forefathers ignored the law and the prophets. Их праотцы игнорировали, не обращали внимания на призывы пророков. Which led to the Babylonian invasion in the first place. Что в конечном итоге привело к вавилонскому плену. And now Zechariah says, "Don't ignore God in your day either." А теперь Захария говорит, не игнорируйте Бога сейчас. This warning, this call for them to repent. И этот призыв к покаянию, это предупреждение. Is specifically a call for them to rebuild the temple. Содержит в себе особый призыв восстановить храм. And he refers to God as the Lord of hosts. И он называет Господа Господом, Господь Саваоф. Almost a military term, the God of the Lord of battle. То есть по-другому можно сказать Господь воинства. The Lord of the Господь armies воинств. Of heaven.
То есть Бог здесь рисуется как предводитель небесного воинства. And he uses this title to refer to God about 80 times in these 14 chapters. Такой, знаете, военный термин, который он использует, примерно 80 раз. So that is the, in his whole book 80 times. Yes. В своей книге. So that is the opening shot of this book. Итак, вот это первая сцена, такое открытие его книги. Repent of your indifference to God and build the temple. Покайтесь в своем равнодушии к Богу и восстановите храм. That's the first message. Это первое послание. The second message is very long. Второе послание довольно-таки длинное. And it takes place over the next six chapters. Оно содержится в последующих шести главах. And the second message consists of eight separate night visions. И вот это второе послание содержит в себе восемь отдельных ночных видений пророка. And he had all of these visions on the same night. Все эти видения были ему даны Богом в одну и ту же ночь. He didn't get any sleep this night. В эту ночь он уж точно не спал. All night long he had vision after vision from всю God. Всю ночь Бог давал ему видение за видением. And they're all видение за видением, я прошу прощения. Symbolic images of how God is going to work in the history, in the nation's life. И вот эти образы были призваны символизировать how God is going to work, especially как Бог будет действовать в жизни своего народа в будущем. And there is a standard pattern we'll notice in all the visions. Мы обратим внимание, что все видения имеют некий общий компонент. There is first an introductory word. Первое это вступительные слова, если говорить о схеме видения. That is followed by a description of what the prophet sees. После этого идет описание того, что видит пророк. And then he will ask an angel who is with him what it signifies. И дальше пророк вопрошает ангела, что это означает. And then the angel will give an explanation. А ангел дает свое объяснение. So we're вот ready примерно now такая схема характеризует все видения пророка. For the second message of Zechariah. Итак, давайте мы сейчас разберем второе послание пророка Захарии. Which again consists of eight night visions. Который, как я хочу повторить, содержит в себе восемь различных видений. All right. The earth is quiet and peaceful. Итак, земля пребывает в мире и покое. And here is the first verses 17 through or 7 through 17 of chapter 1. Первые 10 глав, 10 стихов, 7 по 17 стихи – это первое видение. 24-й день 11-го месяца – это месяц Шиват. Во второй год Дария было слово Господне к Захарию, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пеги и белые. И сказал я, кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которые Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившего со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великую, великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится мой дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. Okay, on some of the visions there will be more to say and less to say. Некоторые видения будут комментироваться в большей степени, некоторые в меньшей. On this particular vision, there's not a lot to say. Что касается этого видения, то оно, в общем, в целом говорит само за себя. There are horses, and the horses symbolize God's activity on the earth. Здесь рисуется образ коней, который символизирует Божие действие на земле. The colors seem to indicate different missions that will be carried out. Цвета символизируют различные миссии, которые будут выполняться. It seems reasonable to think that the red is a symbol of warfare and bloodshed. Представляется, что рыжий или красный – это цвет огня, военных действий. The sorrel in verse 8
Норвегии. It's just a mixture of colors, and that's not given any significance. В общем, это представляет собой сочетание нескольких цветов, и какого-нибудь значения этому цвету не придается. And then white seems to indicate victory. А символизирует победу. But as these horses go through the earth, но когда эти кони будут пробегать по миру, как бы, the по message, земле. The message is that God is angry with the nations of the world who are at ease. То послание примерно следующее. Бог гневается на народы, которые живут на земле, которые живут так, ни о чем не заботясь. And his final plan will be to bless Jerusalem. И вся земля населена и спокойна, а потом говорится о том, что Иерусалим будет благословен. The temple will be rebuilt. Храм будет восстановлен. And God will bless Jerusalem with great prosperity. И Бог благословит Иерусалим благоденствием и достатком. It tends to be rather general and rather vague in this first vision. Первое видение носит достаточно общий характер и характеризуется некой неопределенностью. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Do you have any questions after just looking at this first vision? Вот после того, как мы это прочитали, есть у вас какие-то вопросы? On several of these, many of the figures in the vision are not identified. Многие персонажи в этом видении не идентифицированы, не определены. So we can't do much in the way of interpretation. И поэтому толковать их очень трудно. Jerusalem will be blessed. That's the bottom line. Итак, Иерусалим ожидает благословения. Это итог. Then we come to the second, verses 18 through 21. Это главная мысль. Теперь второе послание, стихи с 18 по 21. «И поднял я глаза мои и увидел, вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим. Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы свои. А сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Okay. Here are four horns. Итак, здесь рисуется четыре рога. And the horns are symbols of power. Эти роги символизируют силу. Taken perhaps from the bull or from the ram. То есть рог это может быть рог быка или рог барана. And it would seem that the four horns are indicative of powers that have harmed or opposed Israel. Представляется, что эти роги символизируют те силы, которые противостояли или которые каким-то образом вредили Израилю. This could mean oppressors from the west, east, north, and south. Это могли быть притеснители с любого конца света, с севера, с запада, с юга, с востока. Could be a reference to Philistia and Ammon and Moab. Это может быть указанием на Филистию, на Моав и Амон. Ethiopia and Assyria. Моав и Амон. На Эфиопию, на Сирию. Some have identified these as the four world powers that have oppressed Israel. Некоторые считают, что это символ четырех мировых держав, которые притесняли и угнетали Израиль. Babylon, евреев. Persia, Вавилон, Greece, Rome. Персия, Греция и Рим. And just because Greece and Rome have not yet come on the scene doesn't mean that the prophet couldn't have them in his mind. И поскольку Греция и Рим еще не вышли, так сказать, на мировую арену, это не значит, что пророк не мог их подразумевать. So we really don't know to what these four horns refer. И поэтому на самом деле нам доподлинно неизвестно, что символизируют эти четыре рога. And it's okay to not know if we don't know. И, в принципе, если никаких особых свидетельств нет, то и ничего страшного в том, что мы это не знаем.
Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.